Приветствую вас. Как по мне, вы сейчас пытаетесь переложить ответственность за свои проблемы, кстати говоря, какие проблемы? То есть вы пишете, что эти проблемы, да, а какие проблемы именно вы не описываете? Вот. Так вот, вы пытаетесь переложить ответственность, себя, да, на отсутствие или наличие других факторов. Да, отсутствие отца мужской фигуры, это, конечно, не позитивно складывается на вас. Вот. Но в конечном итоге проблема заключается в том, что какие вы выводы делаете из того, что происходит, какие вы решения принимаете и на чем они базируются. Понимаете, какая штука? Вот. То есть в плане внешнего, может быть абсолютно все что угодно. Именно в плане внешнего, да, то есть может не быть отца, может не быть матери и так далее. Это правда. Есть анимус, есть анима, и человеку нужна и анима, и анимус. Все так. Но в самих отношениях, да, с людьми, вот, ответственность несете именно вы. Не другие люди, а вы и ваши решения. И, к примеру, если у вас не было мужской фигуры, то тем свойствам, которые она могла бы дать, вас можно научить. Вот и, собственно, все. Поэтому корень проблем не в том, что у вас кто-то есть или кого-то нет. Корень проблемы в том, какие вы делаете выводы, какие вы совершаете поступки и так далее. Вот это действительно корень проблем. То есть, грубо говоря, связано с вами. Вот. Понимаете? Какая история? А вы пытаетесь как бы переложить ответственность на людей. Понимаете, это деструктивный путь. Если бы так все было просто, вот. С другой стороны, что вам даст определение корня проблемы? Ну вот, например, я с вами не работал, я не знаю, что у вас действительно есть, какой у вас корень проблем. Что вам даст, например, ваша правота? Что она вам даст? На мой взгляд, ничего не даст. Хорошего. Вот. Потому что правы вы или не правы, в данном случае ничего не изменит, ибо нужно именно работать над приобретением тех свойств и качеств анимуса, которых у вас нет. А для этого необходимо это процесс и эта работа. Вот. А правоту или не доказывать правоту или не правоту, это уже скорее к аниме. Это опять же к женскому началу. Понимаете? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.